Террористическим актом назвал события в Актобе глава МВД. На заседании правительства Калмухамбет Касымов напомнил всю хронологию событий, произошедших в регионе. По словам министра, 7 нападавших в розыске, 12 преступников убиты и еще 6 ранены. Подробности расскажет Елена Шрайбер. Не случайное заседание правительства началось с доклада министра внутренних дел. Калмухамбет Касымов подробно рассказал, что произошло в Актобе накануне. Все началось в половине третьего дня по местному времени. Группа религиозных радикалов напала на оружейный магазин «Паллада». Продавец магазина успел нажать тревожную кнопку, но сам не выжил. Он скончался на месте от многочисленных ножевых ранений. Первыми на вызов приехали двое сотрудников охранной организации «Жидель-Кузет». Один из них был убит, второй получил огнестрельное ранение. Наряду полиции, который приехал следом, преступники оказали вооруженное сопротивление. Сотрудники правоохранительных органов пытались остановить радикалов, рискуя собственной жизнью. Трое полицейских получили огнестрельное ранение. Преступникам удалось захватить патрульную автомашину. Из этого магазина они похитили 17 единиц огнестрельного охотничьего оружия, а затем разделились на две группы. Шестеро человек на похищенной патрульной машине напали на магазин «Пантера». В перестрелке были убиты трое. Один ранен и задержан. Двоим удалось скрыться. Их обнаружили позже за пределами города и ликвидировали. Вторая группа захватила маршрутный автобус. Пассажиров высадили, и на захваченном автобусе преступники протаранили ворота войсковой части 66-55 Национальной гвардии, также с целью похищения оружия. Они проникли на территорию части, где устроили перестрелку с воинским нарядом и прибывшими сотрудниками полиции. Встретив активное сопротивление, одна группа преступников была заблокирована, а другая была вынуждена скрыться, покинув территорию части. В ходе перестрелки один из преступников ликвидирован, один ранен и задержан. При этом из числа военнослужащих Национальной гвардии 3 погибли и 6 ранены. Все они были невооруженные, несли службу в внутреннем режиме. Уже ночью силовикам удалось ликвидировать 7 преступников, еще 2 ранили и задержали. Изъята большая часть похищенного оружия. К этому моменту все лица, причастные к совершению разбойных нападений, установлены. У них в основном по внешнему фактору, по внешним юридическим действиям, это завладение оружием. В первую очередь они хотели завладеть оружием в первом оружейном магазине, во втором. Потом с целью завладения более серьезного оружия они пошли в войсковую часть Национальной гвардии. Мы признаем, что это террористический акт. Однозначно, поэтому в соответствии с существующим законом введено этот уровень, значит, операции. Здесь все силовые структуры приводятся в усиленный вариант. Мы переходим на охрану, значит, всех объектов. Вот где-то по этому варианту приостанавливается работа некоторых общественных, значит, общедоступных заведений. Как сообщила министр здравоохранения и соцразвития Тамара Дуйсенова, в перестрелке в Актобе пострадали и мирные жители, 38 человек. Всем оказана медицинская помощь. 2 скончались, 15 человек с легкой степенью тяжести получили помощь на уровне приемного покоя и направлены на амбулаторное лечение. 20 человек госпитализированы, из них 14 прооперированы и 3 сейчас находятся на операции. У 9 человек состояние тяжелое. Наша санавиация выехала вчера, было 6 ведущих хирургов, полностью участвовали на операциях, и сегодня утром они возвратились. Полностью соответствующие алгоритмы мы представили и держимся на контроле. Сейчас в городе все работает в штатном режиме, в том числе общественный транспорт. Премьер-министр Карим Масимов поручил принять все необходимые меры. Глава государства держит этот вопрос на своем контроле. Силовым органам нужно довести всю операцию до конца. Значит, акиматам и всем государственным органам необходимо принять все соответствующие меры. Я этот вопрос буду держать на своем личном контроле по поручению главы государства. Как подчеркнул глава МВД, сейчас на свободе находится еще порядка 7 преступников. Сообщается, что у них имеется 5 единиц огнестрельного оружия. Население призывают проявлять бдительность. Елена Шарабирижан, Канапиаулы, 24 КИЗ, Астана.